Добро пришло, дорогие мои, с вами Янич, мы с вами продолжаем играть Астерикс и Обеликс Лав Денол. Итак, мы на каком-то корабле с кучей римлян, которые хотят просто со мной поиграться. Я думаю, надо поиграть за Обеликса. Я как плюхнусь. Так, вот эту возьму покрупнее. Ты посмотри, какой дерзкий, а? Смотрите. Держишь копье, ты считаешь, что ты умнее всех? Ошибаешься. О! Да, кстати, ребят, сегодня уже вышла... ПК-версия игры Астерикс, этой игры Астерикс и Обеликс, но русского там так и нет. Но дают, но видно, что цена у него будет порядка около 700 рублей. На! Прям в этот, знаешь, как в живой, как в мазл его. Я! Ой! Куда? Ух ты! Переключаемся на Астерикса. Слишком сильно потрепало за Обеликса. Хотя я мог бы протянуть, но не хотелось бы, знаете, как говорится, рисковать. Возвращаемся в деревню. Я так понял, Астерикс и Обеликс куда-то отправляют. Ух ты, акт 6, месть Юлия Цезаря. А, насколько я понял, это дополнительная глава к игре Астерикс и Обеликс Лав Денол. А мы пойдем дальше. Опа. Давайте-ка за Обеликса все-таки попробуем. А то как-то выходит, что я мало за него играл. А то потом будут говорить, что типа вот, а за Обеликс тебе не нравится играть. Он хоть и медленно ходит, но... Поддаст как по полному. Ай-ай-ай-ау-ау. Так, а здесь что? Не понял. А, очки? А может здоровье здесь есть? А, и здоровечко есть.
Побежали, Догматикс! Набьем морды! На! Это простые грабители. Они не такая, прям, знаете, страшная заноза. Так, вернулись те, которых я ненавижу больше всего. Куда? Куда, мои родные? Ого! Ну, урон, конечно, очень сильно наносит. Wasn't there an inn here before? Times sure have changed. Ага, здесь нету. А может здесь? Что ты говоришь, Догматикс? Думаешь, здесь? Спасибо. Так, я обращаю внимание, ребят. Бывает такое при записи. Куда? На! Сейчас я вот этого здорового набью ему. На! Яху! Опа! Засада? Да не! Сразу так, знаете, да, я вмазал как... Куда, мои родные? Я с вами еще не закончил. Ходят они тут. Машу со своими вилами, топорами на костях гоняют. Нет, мои родные, нет. Тай, я тогда до посинения так бы мог бы рушить. А? Ничего нет? А нет. Так, сейчас сразу здоровяку набью морду. Вот здоровые, это опасные. Особенно вот эти. Ирау! Бью! Ого-го! Ай! Куда, мои родные, куда? Я с вами еще не закончил. Вот, теперь можно и перекусить. Раз, два. Да, на что трачу я свою силу? На сбор очков. Вот, перегородили дорогу. Так,
Только без рук. И без костей своих тоже. Жалко нету показателя жизни. Было бы еще проще. Как мне кажется. Почему нельзя таких мочить? Я не понимаю. Или это определенный вид врагов, которых нельзя и схватить и шурнуть, что ли? О, на всякий случай, благо хоть не уйдет. И раз. Ку-ку, ты поставил. Что? Ты хочешь мне устроить удар в спину? Нет, дорогой мой, это не проканает. Нет, мои дорогие, нет, нет, нет. И так. Вот так. Ух ты. Вау! Ия! Вот это я прыгнул! Да что ж, не заканчивайтесь никак, ребят. А, это уже конец. Витал статистик из Абсентикс. Абсентикс? Италия will soon be in sight. Our heroes now need only traverse the Alps. Шесть и три. Приключения среди Альп. Где-то так. Вау! Ну, как-то так. О, яблочко. Ну, как-то так. Еще? Ну, вы даете, ребят. Да ладно, ребят, серьезно. Let's clear the air.
Никакие, у них вообще просто шансов нет. О, ребят, смотрите, опять глюк. Если мы подойти вот так вот, а мы ничего не сделаем. Ну ничего, ребят, это же... Никто не без греха. Так, не трогаем. Ого! Блин, я иногда в такой толпе вообще реально теряюсь. И думаешь, а где я? А потом ты где-то себя находишь, и там бац, а ты вон он где? Ба-ха-ха-ха. Так, это тупик? Подожди. А, это подъем вверх для сбора очков. А тут надо, оказывается, спуститься еще вниз. Да, такой. Yes! Я сначала подумал, это у меня проблема с картой захвата, а не эта. Игра так... Не, вот так за вот этот туман прям, ну класс, красиво очень. Сразу видно, хоть и битый мап, но очень красивый. Прям чувствуется вот эта мультяшность. Но как по мне, это больше не мультик идет, а скорее всего как комикс такой живущий, вот как я и говорил ранее. Не понял? Это что? Буякаша! Пиф, пиф, паф, паф. О, как я кучу народа как положил, так аж обалдели все. Ой, я зря, конечно, взял, но я думаю, что я продержусь. В итоге продержался. Пи-а-ха! Ну, слушайте, ребят, ну, что я могу сказать вам? Мне очень в какой-то степени вроде бы жаль, но нет. Да ладно.
Да ладно! Иди сюда! Нет. Только не кабанятину. Вау! Ну, слушайте, ну, ребята, вы даете. Думаете, а давайте мы из кустов на него накинемся, и что будет? А ничего не будет. Да, пинками его еще. Как дал ему. Что ж, залег просто. Вот и все. Еще миссию закончили. Неожиданно. О чем ты? А, путь в Рим. Дорога в Рим, вот, правильно. Как говорится, все дороги ведут в Рим. Здорово, так, Юлю в гости. Вот он, наверное, соскучился, небось. Ну, как-то так. Так. И на! Ай! Ой, наверное, зря? Ну, продержимся. Ау! Один удар, и он просто лег. Один удар. Хотя, несмотря на то, что... Ау! На! О, ребята, как-то вы все так дружно когда летаете у меня. Пиф, пиф, паф, пуф. Так, переключаемся на Беликса. Оу. На!
Да что падай ты уже, господи! Падай, говорю! Ого, как вас тут много. Не-не-не-не-не-не-не. На! На! И раз! На! Все, сдавайтесь, ребята. Я уже бью вас, все, вы все никак. Как-то... Че, не упал? А, ну теперь я думаю, сейчас все упадут. Ой, надо было, конечно, подлечить Астерикса. Так, сейчас набьем их. Да, с помощью такой вертухи многим просто набил морду. Ой, господи, сколько вас тут? Господи. Все, падай. Балдеть их. Ой-ой. Мы уже почти в Рим прибыли. Вау! Ой, бошечки, вот эта толпа, ребята. Я там потерялся. Что-то мне кажется, с каждым разом что-то их все больше и больше. На, набивай морду. На! Ой, господи! Ой! Это сколько их тут?
Хотя подлечился я немного. О, это же конец миссии. Ху-ху! Как вовремя-то, слушайте. Хм, о чем это он? А, то есть это все как можно быстрее уничтожить. Ого, у меня порядка минуты осталось. Да что ж такое? Где-то надо... Так, так. Ой-ой-ой. Видимо, мне надо все уничтожить. Я, наверное, не успею. Что-то я не успел, что ли? А, 2 секунды оставалось. Это, получается, надо все уничтожить вовремя, за какое-то определенное количество времени. О, как. Ну, наконец-то, ребята, мы в Риме. Мне кажется, я давно ждал этого момента. Когда же мы доберемся до Рима? 6,6. Красота! Ха! Он думал, что я ему в руки сдамся, обойдется это требование. Ох, ты прям золото прям. Ой, стой, 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 стой. Ты говорю? Не понял. О, как я их раскидываю, ребята, это же просто... Не понял. Так. А, уже нельзя. Let's
Ой! Да не встаю, даже вставать-то я толком не успеваю даже. Ты посмотри, с тыла прям. Они, они удивляются, я даже удивляюсь. С этих римлян, такие стойкие прям. Так. О! Хорош! Типа, ну я заметил тактика врагов. Типа, зайдем с тыла, окружим его, набьем морду и посадим куда-нибудь там, в тюрьму или еще куда-то. Они, наверное, не успевают очухаться. То есть как это меня вырубили? Вот только дрался с Галом, а я уже на траве лежу. Ау! Пяу! Ау! Зараза, как так? Так, засада. Нет, вроде. Ну ничего, рискнем. А, еще! Такой, знаешь, проходишь, думаешь, почему никто не атакует, а? Что с нами происходит, товарищи римляне? Это как это? Ау! Больно, однако. Так.
Так, подожди. Ну ладно, у меня и так жизни полно. Ой, как много. Ау. Хотел, чтобы они вверх полетели, но что-то не получилось. Снес им все щиты. Типа, о, подкрепление приходит. О-о. Да что ж такое, ребят? Все, спать всем. Спать. Спать, спать, сказал. Да что ж такое? Они еще никак не сдаются. Той! Тойся! Так, батик, укуси его, бесит! А уже не надо? Так, я чё-то я не понял. А чё это Астерикс и Обеликс решили сдаться римлянам? И мы снова в тюрьме, получается. So dusty. Гальский побег. Это, ребята, дверь открываем. Не хотите? Ну-ка, хотите. Сейчас я тут все разнесу, все в клочья, в щепки. Скажу, что так оно и было. Уей! Ты чё там руки? Руки чешутся? Я тебя сейчас почешу. Я тебя почешу сейчас. Так. Старые любимые наши разбойники, которые вроде пытаются что-то у нас украсть, но у них никогда этого не получится сделать. Потому что кто мы? Правильно, Астерикс и Обеликс.
два великих воина, которые могут пойти против целой Римской империи. Падай! Кому сказал? На! Я! Сколько он говорит? Не нападать! Что-то не падаю совсем. Ой-ой. А, они тут совместно. Да ладно, ребята, сдавайтесь! Кому я сказал? Сидеть! Куда? Ох ты, я ж даже ачивку выбил. Офигеть. Какой-то неостанавливаемый гал. Сколько? 700? Около 700 ударов, нифига я. Ух ты! Ха! Деньги? Вау! На! Вау!
Уя коса! Сколько? Больше 1000 ударов я сделал. Фига я мастер. Ну, типа мастер, но с маленькой буквы, как говорится, с маленькой буквы, сынок. Компонента мы не берем. Ай-яй! Ай! Ба! Ха-ха! Слушайте, ну вообще я так разыгрался, что я уже там непонятно, сколько я ударов-то сделал. Что, ну и то, что я еще и ачивку-то выбил себе. Оу. 1399! Фига я рекорд какой себе сделал. Вот реально, ребят, зафиксируйте. Ай, ну ладно. Where our friends will participate in the circus games. Стать частью цирка. Юлий? Здорово! Мы сколько лет? Давненько мы с тобой не виделись. Маритурия. Так. Так, кто в этот раз? А, тут все сразу, да? Куда? Ко мне, родненькие! Давненько мы с вами не виделись. Ой. Куда? Ауч! Ай-яй! Так, все-таки возьму-ка я себе немного здоровья. Фиг с этим достижением. Что-то я где-то вычитал, что... О-оу! Исалубриус... против Астерикса и Обеликса. Ух ты!
Так. На, когда же удостоится все возможности набить морду льву? Переключаемся. Вот. Ай! Так, что-то мне это не нравится. All right, I'm all set. Так. Любая! Куда? Ко мне! Давайтесь! Вот мясо поешь! Ударю! Так. Ага! Дают мне стариков, которых даже швырнуть не получится. Ну и ладно, ну и по делам-то. Ай-яу. Ух ты. Ах ты. Поправь здоровье. Еще? В итоге мне попадаются те, которых я швырнуть даже не могу. Стоять, родник! Не! Упал. Лёва застрял! Да я тебе помогу. Да ладно! Нет, ну это не серьезно! А ну иди сюда! Ты что там делаешь с текстурами? On, он застрял! Лев в текстурах! Так, третий акт, скорее всего. Со львами. Ух ты! Make way!
Ого! О-о! Возьму за Беликса. Пать! Быстро! Да сдавать уже! Еще и Центурион! Ох ты! Это что, прям реально финал? Так. Ой-ой! Переключаемся! Ой-ой-ой! Давай, 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 ну! Да что ж такое, да когда ж это закончится? Да не, ну нафиг! Да ладно, нет! Да почему? За что? Мне здоровья нет, ни черта! Божечки! Да. Да ладно! Ух, это вот это прям реально, вот эта битва была, признаться честно, ребят. Я боялся реально, я не выиграю.
О-о-о-о-о-о! Вот это да! Тот, если б я не кушал жизни, мне было бы хана. Месть Юлия Цезаря закончен! Зов приключений разблокировал! И ты завершил режим приключений на среднем или выше? After their many adventures, our Gaulish heroes take to the sea once more and return to their village for some well-deserved rest. As always, the return of our friends is the perfect pretext to organize a banquet under the stars. And the adventure ends well. Because there is plenty of wild boar. Ну как вы поняли, ребята, вот это все. Да, все. Астерикс и Обеликс, Ладенол, вот и все. Я могу сказать, да, наконец-то мы закончили играть в Астерикс и Обеликса. Что я могу сказать? Действительно, ребята из Микродов очень постарались сделать такой вот красивый, красочный. Вот этот стиль комикса Beat'em Up про Астерикс и Обеликс. Но, как я и говорил, это был не первый опыт, поэтому... Как вы поняли, что все, что вот это окружение Beat'em Up, это происходило уже в каких-то уже комиксах, даже экранизация про приключения Астерикса и Обеликса. Но при том, что последнее, мне кажется, это не дополнительная глава, это, скорее всего, типа а-ля 12 подвигов, что-то типа такого. Там что-то, да, такое было. Но я могу сказать, ребята, если кто-то действительно хочет поклонник из игр, прости, ну, вообще, приключения Астерикса и Обеликса, я почему бы не порекомендовал бы такой поиграть игру, чтобы вот, тем более, еще неплохую игру, которую ты можешь играть не только один, но и с другом. Так что, мне очень понравилось, я к ней когда-нибудь точно еще раз вернусь, но уже буду играть на более хардкорном уровне уже. Ну, а на сегодня это все, ребята. Хочу сказать большое всем спасибо за внимание, всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, нажимаем колокольчик, подписываемся на группу ВКонтакте. Я желаю всего самого лучшего и до новых встреч. Пока!